Второй круг чемпионата города по футзалу начался 10 февраля и сразу привлек внимание болельщиков города. Нужно сказать, что все четыре игры высшей лиги были интересными и динамичными, но в двух играх уж больно сильны были лидеры, и результаты получились разгромными для их соперников. Речь идет о Евромоде, которая в легкую со счетом 14-2 обыграла ВПУ номер 9, и Таможенники, который забил в ворота Энергетика 9 мячей, а пропустил только 2. Достаточно интересной была встреча футбольного клуба «Болград» с «Бризом ветеранами». Никто не хотел уступать, да и силы были примерно равны. В результате ничейный счет 2-2. Обладатели Кубка города команда «Сигнал» обыграла «Дунай Богатая» со счетом 5-3. В эшелоне высшей лиги лидеры остались прежними. По количеству набранных очков сегодня на первом месте «Евромода». От нее всего на 3 очка отстает «Сигнал». На третьем месте «Таможенник». Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».